В Китае нашли двойника Лолиты Милявской. Наконец-то. Передайте мне. Новости. Ну что, в Польше выявили британских педофилов, которые слетелись туда с так называемой гуманитарной помощью украинцам. Дело в том, что на территории Польши... И к ним тут же приехали, так сказать, педофилы. Германии начали мыться быстрее. Я бы сказал так, и резче. Нет, шнели мица. Шнела. Шнела? Шнела. Ну, пишется шнеллер. Да, начинается. Да, да. Шнела. Быстрее. Спартак Тернема вижу выгоду домашнего правника в запасе было прошло Европской конференции Лиги Зоны. Там же видно, что на стыке был сильный разговор с клубом менеджера Помещу Данкова на Тернемпе. Была машина узнаваемая, теперь вот как у всех обычно. Да, а соцсети явила идеальное прямоугольное облако над Америкой. Ну, слушай, они продолжают, я так понимаю, свои эксперименты адские, да? Нет, это у американцев как харп стоит. А власти Египта ввели запрет на съемку детей на фото и видео. Друзья мои, осторожнее, если вы, ну, собираетесь в Египте. Не надо чужих детей снимать на видео. А в Британии семья с 17 лет